лучшие подружки, это когда мы стоим с холодным лимонадом. А третья наша подружка вот там вот, в небе, лазит по самой сложной дорожке, которую мы не осилили. Всем привет! Меня зовут Полина, и сегодня я хочу показать вам, как в Киеве можно активно отдыхать. Хотя отдыхом это назвать сложно. В общем, мы сейчас в веревочном парке, который находится в парке Партизанской Славы. И если вдруг после просмотра видео вы захотите туда пойти, то нужно быть готовым к следующим вещам. У вас должна быть хоть какая-то физическая подготовка. Практически отсутствует страх высоты и, наверное, какая-то мотивация. Если хотя бы чего-нибудь из этого не будет, то вам будет уж очень как нелегко, как было мне. Ну, в общем, вы и сами все это сейчас видите. Мы поползли наверх, а вам приятного просмотра. Ах да, еще не мешало бы иметь хоть какую-то растяжку. Ага! Нет, чтобы пойти куда-то, посидеть! Мой внешний вид очень красивый. Я только что застряла на велосипеде, застряла вот в этой бочке. Просто мы с девочками решили пойти на дорожку профессионал, и мы до нее, ну, мы до конца не дойдем, в общем. Юля уже внизу, она остановилась на более раннем этапе. Сейчас у нас раздорожье, я иду по короткому пути, потому что я не могу, у меня нет больше рук. А Ангелинка пошла по длинному пути. И мне кажется, что по длинному пути она быстрее дойдет до конца, чем я по короткому. А в целом, это очень крутая штука для нестандартного времяпрепровождения. Надеюсь, если вы туда пойдете, то вам очень понравится. Мы как бы вылезли с разных дистанций, но спустились.